Всем привет, это Северный Степной Крым. Сегодня у нас 28 июня 2022 года. Все-таки вот час прошел, дождик моросил и все. Видите? Все рассеялось, развеялось. Пчелки вон работают, там как массово пчелы возвращаются домой. Видите? Некоторые семьи вообще хорошо, некоторые слабее летают. В общем, все по-разному. Ну, в общем, взяток-то такой не сильный идет. Стандартный для моего этого. Я хочу показать вам сейчас. Немножко дыманул. Вот, смотрите, какая пчелка. Раздраженная именно. Вот эта вроя, которая попалась. Сейчас я вам покажу. Вот. Смотрите, как они раскормили матку уже. Не знаю, видно будет, нет? Попробую вам показать. Такой кабасик. Она была худая. Ну, как обычная такая матка. Присланная, в общем. Смотрите, какой кабан. То есть пчелы они ее приняли. Сейчас я переберу еще верхний корпус. И буду выпускать ее через корм. Все, они ее раскормили, в принципе, уже. Все нормально с ней. Ладно. Одна пчелка вот тут. Видите, ее сопровождение, пчелку одну убили. Вот так как-то. Даже две пчелки. То ли они умерли, то ли их убили, в общем, сопровождение. А матку саму раскормили. Короче, сейчас проверяю, чтобы точно убедиться, что там нет матки. Перебираю его. И буду выпускать через корм. Как-то так. Вот я же говорю, что мне нравится наш северный степной Крым. То, что тут тебе дождь поливал. Пошел чаек попил, в ютубе посидел. Полчасика вышел, уже все. Дождя нет, солнышко опять. Вышло, и можно работать с пчелками. 25 градусов, если кому-то интересно. Но припарочка такая. Фу, душно. Ладно, сейчас еще, я сейчас переберу. Еще успею. Немножко мед позабираю. Либо сегодня докачаю, либо завтра его докачаю. Как-то так. Всем пока. Взяток слабый на самом деле. Кто-то думает, что там взяток прям такой сильный идет. Нет. Слабый взяток. Вот эта семья, видите, что-то повеселее так летает. А так, слабый взяток. Вот я только что смотрел семейку. Думал, может, им надо подкинуть еще один магазинчик под мед. А нет. Один хорошо залили. Прям подбили они наверх его. Хотя там два было пустых. Вот. Когда делал последнюю качку, два было пустых. Да, один магазин они прям капитально подлили, а здесь такое. Поразмазывали, в общем, там еще куча места. Взяток на самом деле слабый идет. Ну, стандартный для меня, я говорю. У меня очень длинный, но слабый взяток такой. Кило-полтора, там до двух. В пике это когда что-то такое, не знаю, там акация цветет, там такой мог там двушку какую-то носить. А так, в принципе, он слабый такой, но стабильный. Каждый день в день. Даже это совсем, когда уж плохие дни. Ну, в смысле, дождь там целый день, это такое, да, тогда пчелы не летают. А так все равно, хотя бы до обеда летают, после обеда. Сегодня до обеда хорошо летали, блин. Ну, как хорошо, то есть хорошо это такое, ну, для моего точка, то есть. Учитывайте то, что для моего точка. Вот сейчас там пошла, вот массово возвращается пчела, там поинтереснее. Летают, а основные эти уже повозвращались. Ну, так. Так, в принципе, такой взяток. Ну, я же говорю, пики, может быть, до 2-килограммовые. Ну, смотря какие дни тоже будут там. Хорошие теплые дни, может, там до двушки будут носить. Ну, это все, это предел. Тут нету таких у меня. У меня взяток идет, еще раз повторяю. То есть подсолнух гибрид, блин. Кориандр. То дает, то не дает. Во-первых, поле не такое, что большое, если на то пошло. Во-вторых, до него лететь там. Прилично, а в-третьих, это, ну, нет, у меня почва не та, то есть, ну, слабые у меня взятки, ну, просто я беру за счет того, что у меня вот малоформатные улья, я наращиваю небольшие семьи и именно продолжительность взятков, то есть длительные взятки, за счет этого я беру товарные меда свои, ну, зато есть сортовые меда, удается получать сортовые меда, малоформатных ульях при правильном подходе. Если неправильно работать, то вообще останешься без меда просто.
Ладно, все. Спасибо за просмотр. Всем пока.